Всем привет! Сегодня у меня на обзоре, пожалуй, одна из самых функциональных моделей мужского портмоне. На лицевой стороне мы найдем только логотип компании-производителя. На задней стороне кошелек выглядит вот так. Бумажник закрывается при помощи хлястика. Внутри огромная монетница на кнопочке. На этой стороне 4 отделения для пластиковых карточек. Если его открыть, здесь находятся еще 3 отделения для пластиковых карточек и одно для водительского удостоверения под прозрачной пленочкой. Здесь есть потайной карман на молнии, который закрывается молнией. Деньги можно помещать в 2 автономных кармана, которые разделены кожаной перегородкой. Кошелек размеров средних, но при этом он держится в руке очень хорошо. Упакован портмоне вот такую коробку.